Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов принял участие в стратегической сессии «Цифровая прокачка региона. Карачаево-Черкесская республика». Руководители учреждений системы здравоохранения, представители организаций, занимающихся цифровизацией региона, на одной площадке обсуждали практическое внедрение современных информационных технологий в жизнь каждого человека, обращающегося за медицинской помощью. Современная ситуация диктует нам требования, в которых необходимы безотлагательные трансформационные изменения в сфере здравоохранения, которые охватывают практически каждого жителя нашей страны и республики в частности. Новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и национальный проект здравоохранения при качественном и своевременном объединении своего ресурсного потенциала дадут новый рывок такой важной и приоритетной теме, как здоровье и сбережение. Телемедицина и внедрение искусственного интеллекта в процесс оказания медицинских услуг, несомненно, будут способствовать сокращению дистанции между пациентом и лечебным учреждением и сделают процесс диагностики более качественным и оперативным. К примеру, очень важно своевременно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, которая является одним из ключевых направлений нацпроекта здравоохранения, разработанного по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Использование цифровых технологий сделает процесс получения медицинской услуги комфортным и поможет привлечь внимание жителей к регулярным медосмотрам. Наш президент всегда говорит о важности развития медицины на селе и привлечения узких специалистов, как раз одно из приоритетных направлений, благодаря которым медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов республики.